Окно поэта, натюрморт с погасшей свечой, портреты знаменитого рязанского космонавта и малоизвестных доярок и конюхов. Все это многообразие работ можно найти на выставке народного художника России Анатолия Титова. У него очень насыщенная, плотная живопись. Он очень тесно связан с натурными впечатлениями. И поэтому его работы, они обладают не только художественной выразительностью, но еще и документальной достоверностью. Так что вот в таком сочетании разных качеств, как художник, как одновременно художник, оставивший такую хронику, наверное, своего времени, он, конечно, чрезвычайно интересен. На выставке представлены работы Титова разных лет. Создатели постарались представить все грани творчества художника и передать основные темы работ живописца. Здесь выставлено 43 работы разных лет. Анатолий Титов значительную часть картин посвятил Сергею Есенину и родине поэта, окрестностям села Константиново. Поэзия Есенина – колодец, из которого можно бесконечно черпать вдохновение, говорил сам художник. Невероятное чувство композиции, темы. Для него не секрет это сделать портрет с натуры. Женский, мужской, детский, спящего человека. При этом великолепные натюрморты, материальность предметов. Это лучшие образцы русского реализма, который зиждется на плечах русского реализма. Поэтому только превосходная степень. Титов – это великолепный, блестящий рязанский художник. Выставка работ Анатолия Титова продлится до 8 ноября. Любой рязанец может посетить ее с 11 утра до 6 вечера и проникнуться необычной таинственностью его работ. Такими знакомыми, но уже позабытыми образами. Ведь все творчество Титова – это размышления о жизни и о том, что человек оставит после себя. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».